смысл в чем? Я начинаю выстраивать ногами безопасную комнату. И дальше это сгребаю уже к нему. Вариант руками. Видите, естественное движение. То есть убираете ту часть, которую будет, и рука у вас выбрасывается. Рука что делает? Одна рука, знаете, как будто пытаюсь остановить ее. И дальше отталкиваю. Раз, и спрятаться. И на этом движении голову делать. Раз. Второй вариант. Точнее, третий. И рука снимает домики. Безопасно отпускать, выкинуть. Раз. Да. И только потом вы проворачиваетесь либо в эту сторону, либо в эту. Но ладонь всегда приходит с внутренней стороны ноги. Можете совмещать. Раз, тут. Под себя здесь третий. Раз. Уходите тело и обкатываете ручку. Еще один вариант, когда я не успел ничего сделать, он начинает откатывать. То есть первым движением, знаете, я сейчас откатываю, прихватываю его ножку и иду в обратную сторону. Я раз откатился, удар уже пошел. Понятно? Когда начинает для этого движения подниматься еще прессом, это слишком долгое движение. Движение у вас будет. Вот у вас уже безопасная поза. Либо то же самое. Еще, если вы оказались вдруг к нему в таком положении, то есть вы заведомо были бы более проигрышным, прихватываетесь и головой. И вы здесь бьете. Еще раз, прихватился, головой.
Сами снимаем еще раз, посмотрите. Голову убираю, видно? За счет поворота, переката. И ручка пошла. Раз. И отсюда встречаете. Ну, по нему как каточек. И односторонний. Лучше сразу убирать. Если вдруг уже это ранено, травмировано, то только одно. Если две, то убирайте. И это, и это. На животе принципы те же самые. Сейчас вы открыли, взяли точку. Убираете ножки, вошли в плоскость. Раз. Сюда работает. Теперь сам встраиваюсь в плоскость. Спереди то же самое, домик. Раз. Важно, чтобы вы убрали всю свою ось. Видно? И после этого снимать. Дальше тоже нюанс работы. Теперь положение, когда вы на коленочках. Здесь у вас ножки не работают, но вы точно так же уходите с линии атаки, перенесли массу. Раз, съем. Это сверху. Под себя.